Алюминиевый завод, даже если он проработает год, он вызовет такие необратимые изменения в окружающей среде и в нашем здоровье, что это уже затронет не только нас, сидящих, но и будущее наше поколение, и детей, и внуков. Понимаете? Я тоже еще хотела сказать. Вы знаете, вот совсем недавно, там пару недель назад, в Москве мне удалось побывать в компании «Русский алюминий», и там я тоже задавала вопрос, действительно, кто это строит, этот завод, Дерипаска, все-таки имеет ли отношение какое-то или нет. Ну вот они клялись, что не имеют, и вообще-то очень удивлялись, что в таком красивом месте, вот сохранившемся совершенно уникальном местечке под Петербургом строится завод. Они сказали, что да что вы, вообще-то со времен Советского Союза еще ни одного завода по первичной переплавке алюминия не было построено, этого не может быть. То есть даже профессионалы этому удивляются. Я хочу сказать, что я беседовала с директором НИИ атмосферы в Петербурге, который категорически против этого завода. Это ученые, которые занимаются мониторингом атмосферы. Они тоже в ужасе, что раз его же такое